Трансляция сорвалась. Повторяем. Первый век. Вид. Роутер. Он не работает. Тольятти, привет. Всем привет, всем привет. Да, да, будет борщ. Уже дома. Зачем крашу ногти? Не знаю, нравится мне. Севастополь, Грузия, Ростов, Таганрог. Ой, как много. Показать квартиру. Покажу еще, ребят, не раз. БЦА бесполезная? Нет, не бесполезная. Как после операции, так себе. Брянск, Ульяновск, Москва, Казахстан, Варны. Супер. Ну, показать квартиру. Ну что, не знаю. Вот нам повесили шторочки. Это наши духовочные, варочные поверхности. Посудомойка, холодильник. Это сколько литров жидкости пью в день? Около 3 пока. Это наш новый телевизор. Чем курсить? Я же говорю, я не даю консультации по тому, чему курсить. Будет потом химия тела, я вкратце дам энциклопедические данные, что можно было бы больше понять и принять потом для себя, если вы делаете такой все-таки выбор. Как бороться с повышенным давлением? На самом деле аэробика, достаточно много аэробики и правильная дыхательная гимнастика. Веду ли я семинары? Пока не веду. Привет, Антоне, Анечке и Леше. Спасибо вам огромное, мои дорогие. Всегда ли ешь после 6? Да, вообще, ем все время. Сколько зарабатываю в месяц? Достаточно, хотелось бы больше. Что подвиглось к изменению внешности? Не знаю, экспериментаторство. Когда выйдет ролик про руки на твоем канале? Но теперь же, когда заживу, а середина недели выходит новый проект «Фигура моей мечты». Это Ирин проект, там будет 5 серий, и все будет о ней. От Мирошниковых, ура, Мирошниковые, Юра, Люда, любим, целуем. Как секс на новом ложе. Прекрасно, а как он может быть? Он может быть в любом месте прекрасный. У меня жесткая диета? Нет, не жесткая, но тренируюсь практически каждый день, поэтому разжирить я не успеваю. Что первое ты сделал своей внешностью? Покрасил брови, как раз, по-моему, году в 2006. Моя квартира? Пока нет, она еще ипотечная. Гурову Кириллу передать привет. Передаю большой привет Гурову Кириллу. Через какое-то время мы ее выплатим, и это будет уже наша. Сколько калорий сжигаешь за одно тренинг? Но я думаю, что в среднем в районе 800. Скорейшего выздоровления от жены. Спасибо. Сколько вы сам минимум нужно принимать? Ну, минимум грамм 15. Ну, а на самом деле мы на 30-40. В Таганрог к Ригерту приедешь? Есть такая задумка. Серьезно, есть, но... Сейчас реабилитация, потом мы уезжаем к Мише Кокляеву, а потом уже туда. Но на самом деле, я так помню, 12 марта Славка приезжает в Питер, и мы, я думаю, увидим его здесь, и как раз это и обсудим, когда мы приедем к нему, если у него будет тоже такое желание. Что с тем видосом, где меня посадили? Меня и там не сажали. Как не зайду, постоянно готовите. Конечно, мы любим готовить и вкусно поесть. Тренирую ли мужчин? Тренирую. Жена занимается спортом? Разумеется, занимается. Какие витамины принимаю? Вот такие витамины принимаю. Мне нравится. Multiprot SkyTech Nutrition. Полный комплекс витаминов более чем. Где можно увидеть фото до моей трансформации? В Инстаграме посмотрите, там есть несколько фотографий. И сейчас мой дружбан прислал видеоотчет 2005 года, где я был до трансформации. Там, правда, видно меня сбоку, но видно. Я даже и не помню, что я таким был. Показать жену. Показать жену? Вон она. Готов. Готовит. Готовлю. Дайте приготовить лечебный борщ. Почему готовит в перчатках? Ну, чтобы не портить ручки. Это раз, потому что мясо было горячее. Зачем же их зря обжигать и мусолить? С 3-секундной задержкой внизу, в зависимости от того, как вы ставите колено, это тазобедренный сустав. А так, в общем, задержку можно делать. Привет Самарину Егору передать. Передал? Кто я? Вроде не гуманоид, как и вы. Вкусняхи? Да, но у нас не будет соли, у нас хорошая телятинка свежая. А волосы натуральные, не красил последние годы по полтора точно. Беда с интернетом? Да ё-моё, я уже не знаю, куда поставить сюда интернет.
Сейчас кардио нормально в ремас-наборе. Многовато на самом деле. Если, конечно, это сделать в день, когда нет тренировки, после хорошей еды, где-то через час-полтора, чтобы разгрузить пищеварительную систему, увеличить кровоток, сделать такой хороший памп и еще раз потом поесть. Тогда, конечно, много. Много ли мучного? Нет, наверное, грамм 150-200. А на тренировке рук, что сказать, чтобы она пошла дикий памп хорошо. Ну, не знаю, на самом деле я чередую. У меня бывают очень силовые тренировки, а памповые тренировки, ну, бывают поменьше. Как найти в Инстаграме? Мася, как меня найти в Инстаграме? Выходите на основной канал. На основном канале вся информация о лайв-канале, о Перископе, Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и, соответственно, в Инстаграме тоже. Да, по-моему, Александр Шпак. Сколько жмешь, Саша? 170 сжал. Можно ли с аритмией тренироваться? Но тут надо понять, аритмия какая, врожденная, приобретенная. И надо, соответственно, посмотреть, как реагирует сердце на тренировки. То есть, походить с аппаратом. А так, в общем, по-моему, да, можно тренироваться. Чтобы похудеть, надо перестать есть соль, сахар и углеводы во второй половине дня. Ну и, конечно же, кардио. Потом уже переходить на объемный тренинг. Силовом я не вижу смысла. Ты вообще тёлка или кто? Ну, это зависит от вашей фантазии. Щелкова, привет. Где познакомились с супругой? Честно говоря, оказывается, первый раз мы с ней встретились в 2008 году на соревнованиях по бодибилдингу в городе Санкт-Петербурге. Какой сет у меня? Сейчас небольшой, 160 на 20. Я не работаю на раз в последнее время. Как отношусь к детям? Как к цветам жизни. Положительно. Но они вносят очень большое разнообразие в спокойную жизнь. Саша, не боишься ты, что результат операции может быть не тем? Бывает по-разному. Борис Сосульный, посмотрите ролик про БЦА. Я не смотрю чужие ролики. Сколько высших образований? Одно не закончил, второе закончил. Сколько детей? Детей нету. 160 на 20, да. Чтобы операция, уже рассказывал, ребята, посмотрите в перископе, потом в записи, в первой, потому что сейчас она сорвалась у нас. Что думал о тренажерах? Электромикросокращения. Они были придуманы для реабилитации людей после тяжелых травм и катастроф. Соответственно, во всем остальном это так, маленькая реабилитация, не более. Что думаешь про упражнение с роликом на пресс? Есть такое упражнение, но я к нему отношусь с опаской, потому что нужно правильно держать поясницу. Но работает она неплохо, опять все зависит от техники. Как к нему отношусь? К кому? К детям? Нормально. Волосы надо нарастить. Нет, не люблю, жарко будет. Какая специализация в профессии? Персональный тренер. Как скинуть бока? Ну, бока, скорее всего, это либо гормональная тема, либо проблема с пояснично-крестцовым отделом. Соответственно, надо посмотреть, чтобы посмотрел остеопат, что есть. Ну, а дальше, увеличив подвижность этой области, можно начать и хорошо дальше прокачивать ее. О высшем образовании отдельная трансляция. Можно поговорить... Какую музыку люблю слушать? Какая стоит? Я спокойно отношусь, настроиться можно в любой момент. Как пробить брахиалис? Обратным хватом штанги можно пробить. Можно поработать изолированно, с гантелькой. Сколько вам лет с женой? Нам на двоих 18. Каждому. Ей даже меньше. Качал ли я губы? Да, качал. Каждый вечер качают. Свою любимую, они качаются. Так они выросли. Жена у меня транс? Да, как и я. Ну, тут два таких странных трансика. Как мейкап такое сделать? Найти хорошего татуировщика. И он тогда сможет сделать хороший мейкап. О, мне от Шпаков привет. Как учился в школе? Как и все. Не с большим удовольствием. Как научиться подтягиваться? Начать подтягиваться с одного повторения, потом два, потом три, и так стремиться. Бровите мне будут, будем делать потом. Мы позитивные, да. Острые уши хотел когда-то сделать, но сейчас нет. Ой, кто это у нас такой умный, знает, что мне будет 1 апреля 37 лет. Что поставить на сушки для натурала, чтобы не посыпаться? Адекватное количество БЦА, потому что белком можно грузануть в почки больше, чем надо. Когда продолжение тайских каникул, не знаю. Делали я стану, да, регулярно, 2-3 раза в неделю. Повторение по 35-40. Как то, что вчера сделали, немножко побаливает.
Так, тут лестные комментарии пошли. Сколько высадок для натурала норм? Да, натурал, не натурал, не имеет значения. Синтез белка говорит о том, что белок должен нормально усваиваться. Бысашки же усваиваются, насколько мне известно, адекватно как у натуралов, так и не натуралов. Моргали вообще? Да, моргаю, но тут ниточки. Поэтому с ними моргать потяжелее. Как родители реагируют? Нормальные родители всегда любят своих детей. Как они могут еще реагировать? Килограммы киностановые небольшие, 80, 85, 90. Ой, сколько сообщений, не успеваю даже читать. Отношение к пиву? Люблю Гиннес. Что делать, если на начале курса заболели? Оставить маленький мостик и, соответственно, ждать выздоровления, и потом уже продолжать курс. Но уж точно его не прекращать. Есть линзы? Нет, линзов нет. Стоит ли пить метан? Это ваш же личный выбор. Отношение к Конору Макгрегору. Я не знаю, кто это. Зачем на попе импланты, если ты качаешь? Пусть они не мешают. Они мне только увеличивают нагрузку и памп на ягодичную мышцу. Какие планы на лето? Путешествия? Ага, сейчас включу плиту. Так. А почему она у нас отключилась? Я не знаю, почему она отключилась. А может быть, она держит нагрузку? Так, все заработало. Добрый вечер из Эки Бастуза. Что готовим? Готовим борщ. Сейчас покажу. Тут супруга доделывает уже его. Нет, у меня не тени. У меня татуировка. Что делаем? Готовит вкусный борщик. Он мне получается шикарный. Тут нам дня на три. Когда планирую стать нормальным? Поздно задавать мне такой вопрос. Он нормальный. Почему заделали все окна решетками и повесили шторы, потому что не люблю излишний солнечный свет в квартире. Вот. Почему готовить в перчатках? Ну, чтобы не были руки красные, как минимум, да? Салам, Казахстан. Где живем? В Санкт-Петербурге. Бицуху, ну что ей показывать? Она на видео есть, совсем недавно. Мешает ли алкоголь спорту? Мешает. Но вопрос, в каких объемах и дозировках. Если вы позволяете себе бокал вина там 3-4 раза в неделю, то это не проблема. Если вы бухаете до отказа, но тут уже проблема. Женя Гулина, привет. Жена всегда без бельишка ходит. Но на самом деле мы в белье только потому, что в перископ вышли. А так мы дома ходим абсолютно голенькие. Люди пугаются на улице. Разные люди по-разному реагируют. Я на самом деле не очень помню даже времена уже после СССР, не говоря о том, что было еще раньше. Саша, чтобы ты посоветовал съесть на 1500 углей. Не очень понял вопроса. Так, что-то у нас пошли такие интересные вопросы. Что у меня было с фармой? У меня с ней ничего не было, а у остальных были в этом плане подозрения. Спина уже нормальная, да. Широчайшая такая, хорошая. Расскажи свой рацион на день. Сейчас никакого рациона. Суши было, пиццы были, апельсины были, фитнес-хоппи были. И много клюквы с водой. Да, коренной петербуржец. Стоит ли в 18 лет бить тату или лучше подождать? Что в 18 лет, что в 25 лет, что в 55 лет. Если ты не уверен, лучше не делать. На главной фотке ты? А какая главная фотка? Ты, конечно, это с этой фотосессии. Надо загрузиться, 1500 углей не лезет, посоветуйте что-нибудь. 1500 углей, ни хрена у вас дозировка. Но на самом деле в этом плане это решается так короткими углями. Это могут быть булки, это могут быть соки. Выпейте 5 литров сока, вот вам 550 граммов углеводов. Съесть к ним еще 6-8 бубликов, вот вам еще 400 грамм углеводов. 900 вы уже решили. Дальше надо добавиться бананами, ну и сложными углями доесть остальное. Но это уже не на пользу, ну если так просто ответить. Как набрать массу? Правильно регулярно питаться. Не менее так и так. Разиков 6 в день. Как зовут жену? Ирина. Шорты покупают? Да, шорты покупают. Новые лосины сделали. Сейчас ждем материал из Москвы. И запускаем еще 3 разных вариации лосин. Сначала они придут, материал, потом портной сошьет на мою модель, потом у нас сделают фотосессию и выложим все. Что делать в зале? Есть же свой журнал для женщин, есть свой журнал для мужчин. Там посмотрите, вся информация есть. Сколько стоят шорты, вся информация на канале, ребят. Как избавиться от растяжек? Ну, это либо лазерный пилинг, либо уже хирургическое вмешательство и просто отсекать эту кожу. Если она там ярко есть, так на боках, на пояснице, там это можно делать.
На углеводной загрузке все должны быть угли сложные? Нет, можно несколько коротких углей, но уже после того, как пошли сложные, потому что иначе будет уровень сахара резко прыгать. А уже после того, как поели, все может быть гораздо проще, и можно добавить несколько коротких углей, особенно в первую половину дня. Как привести мышцы в тонус достаточно быстро? Объемный, хороший такой памповый тренинг, можно даже два раза в день, и дня через три вы будете себя чувствовать шикарно. Как накачать пресс? Пресс, как правило, не накачивает, это проблема диеты и высокого обмена вообще веществ в организме. Тело не покажу, рано еще пока. Мешает ли секс перед тренировкой? Ну, мешает. Как ускорить метаболизм? Кардио. Кардио увеличит содержание белка в пище. Вредный гормон роста и клен для девушек. Нет, не вреден, но надо понять, есть ли у вас фиброзы, миомы и тому подобное. Соответственно, если их нету, то можно совершенно спокойненько, поняв, как правильно вам это нужно делать гормон роста. Но это отдельный разговор. Я сейчас на массе, нет, я сейчас после операции. Твое мнение о легких деньгах. Все, что мы получаем на халяву, мы очень редко ценим. Поэтому лучше работать своим трудом, зарабатывать по возможности много, но точно ценить все эти деньги, которые ты зарабатываешь. Ну, относиться к ним, конечно же, легче. Ты готовишь бикиняшек? Да. Аня у меня готовится на бикини. Приходите, болите. В апреле она будет выступать. Что за шрам после операции? Скулы? Нет, скулы я делал уже много лет назад, лет 7-8 назад. Сейчас я доделал глаза, губы. Золотое армирование лица, чтобы не было морщинок больше уже никогда. Смысл проекта сейчас? Не очень понял вопроса. Видели меня в новостях, я ел допинг. В новостях я допинга не ел. Это у них было подозрение, что я ел допинг. Так, ребята, все, кто только присоединился в эфир, смотрите его в записи. Уже рассказывал раза три, чтобы всех не замучивать еще раз ответы. Секс-набор, секс мешает ли массонабору? Ну, знаете, если вы будете думать о том, что секс вам мешает, тогда нахрен нужен такой массонабор. Я был в новостях, да, года 4 они крутили меня, чтобы у них реклама лучше продавалась по всем каналам. Для чего делать мужчинам губы, глаза и тату? Не знаю, на протяжении многих тысячелетий делали, а сейчас что-то стало видно не модно, и поэтому у людей пришли жесткие стереотипы, можно им их оставить. Сжечь себя на костре только после вас, и то подумаю. Сколько вам тренировка будет? Ну, планируем, когда в Москву приедем, встретиться со всеми ребятами, с кем мы подружились в Таиланде, и мы уже соскучились. Мы списываемся время от времени, и это радует. Какой БЦА эффективный, фирма? Скоро скажу. Заказываем большую партию БЦА, и, соответственно, скоро начнем уже делать обзорку по ним. Просто главное, чтобы у ребят это было. И были сертификаты все сделаны на нее, и была настоящая нормальная доставка в Россию. А так все будет хорошо. Так, ну что, будем закруглять наш перископ. Буду ли продавать спортфит? Я нет, если это специально обученные люди, у них есть свои фирмы, они вам все расскажут, все покажут, а я всего лишь буду их освещать, потому что за их качество могу гарантировать тем, что я это принимаю сам. Все, всем огромное спасибо. На вопросы в Ютубе будем отвечать не раньше, чем недели через две, когда я полностью поправлюсь. Пока у нас есть на две недели, чем загружен будет YouTube. Так что все, смотрите. Всем огромное спасибо. Мы были рады. Масек. Ну, всем пока. Подожди, еще раз. Пока. Пока. Все. Спасибо огромное. Всем пока.